Опа, приветики! А мы сегодня на Трое. Будем кататься, делать трючки. Опа! Ось нормального человека. Ляпс. Сюда так. Чикс. И сюда. Все, можно ехать. Что у нас тут? Сука, блядь. Давай, блядь. Не влазь. Да, Фокс делает вещи. Сука, не могу ставить. Тем временем в Рок-Шоке. Блядь, все, я готов. Ставить, я понимаю, что за хуйня. Что за? Блядь, там камушек. Блядь, она хоть влазит, да? Влазит, подожди. Да, ты думаешь, что она теперь не будет работать, что ли? О, блин, ты когда приезжаешь, он всегда такой большой. Да, огромный спот. Погнали. Так, вот под конец сезончика обновил себе шатуны. Теперь это Dior XT 170-миллиметровый. Раньше у меня были 175-й. Немножко неудобно было катать, но теперь будет все намного удобней. Также вы можете приобрести такие же шатуны по ссылочкам ниже. Сергей Григорьев сервис. Можете купить Shimano, SRAM, все, что хотите. Все бренды, которые представлены в Украине, можете писать ему и покупать запчасти. А также сервис велосипедов. Ну, мы едем кататься дальше. Оп-оп-оп, пробираемся на старт. Блин, какими-то ебенями иду вообще. Как всегда. Шо мы, ребятки, друзьяшки мои, поедем кататься. Ну, поехали. Вау! Не помню, куда ехать, честно говоря, поэтому будем куда-то ехать. Блин, чуть не сдох. Жестко. Дальше. Ярик, пиздец. Ярик. Шо? Дай почищу. Ну давно. Не туда поехал. Ну все, придется на трейл ехать. Вау! Леони! А! Скользко! Вот это разминка. Хватит. Фух. Тынь. Я думаю, там зрители тоже устали ехать этот бомб-трек. Местами такие вот лужицы здесь, так как это глиняный спот, то вода здесь уходит не так, как на американке, и вода здесь довольно-таки прям долго стоит. Я первым, потому что мне надо раскатываться. Я первым, это не гони, давай вместе, если что, раз разъебемся. Я что упаду. Ну и классно, давай, я сейчас сниму. Это первая попытка прыжка, тройлов. Оп-оп-оп-оп, сложно.
вообще умер. И еще разок. Воу! Ой, блять, опять перелет. Ух. Ой, хорошо! Для тех, кто здесь не был, вот велосипед, вот сам типа стол. То есть стол меньше, чем велосипед, ну база велосипеда имеется в виду. И они все такие, а вот этот, вот этот, он еще меньше. Там тупо почти места нет. И вот эти тоже. То есть они маленькие, резкие и высокие. Все как надо. Скажи подписчикам, что ты собираешься сейчас делать. Я хочу сделать треху на этом маленьком. Но я ссу. Йоу. Ставьте лайк, если верите, что Ярик сейчас с первого часа делает трёху. Так что вот лайк и коммент сюда, вот, пожалуйста. Буду благодарен. Пошел. Все, делай, делай, делай. Есть. Ха, с первого часа. Ты. Ладно. Ну, с первого раза все равно, пофиг, сейчас будет лучше. Давай, давай, давай. Неплохо. Ууу, посадку хорош, нацепанул вылет. Теперь, короче, у тебя челлендж. Тебе нужно сделать ноу-хенд на первом и треху на втором в линию. И все, и ты крутой чувак. Обідня перерва. І потім я їм кататься знову. В лінію ноу-хенд на трьох. Да, да, да. Хавайте, пацани. Ну, криво, ну где? Буду снимать вот так вот, будете смотреть на мой второй подбородок. Короче, уже 4 часа, быстро очень темнеет, пасмурная погода. Сейчас попробуем снять еще паровозик прикольный на трейлах. Начинается.
Ой, блин, это была регаловка полнейшая. Ой. Руль свернул это трошки. Да. Как так получилось? Это передок снесло, типа, да? Ну да, там мягкая глина. Это рейс-спорты, пацаны. Ну что-то пыталось удержать, да? Блять, смотри, я сейчас за свой снимал параллельно. Так, ну что ж, друзья, вот такое вот получилось видео. Отлично покатались. Скоро зима, совсем другая катка начнется. Но сегодняшний день был просто ультра четкий. Ярик вот сделал треху на ноу-хенд. Что, если вам понравился ролик, обязательно поставьте лайк, коммент. И до новых видео. Всем пока. Мойка колес после трои. О! Идрить. Лайфхаки. Херак. Осторожно, контакты уже. Класс.